Всем привет! Сегодня буду вязать такие тапочки-слитки. Для тапочек я использовала пряжу акрил 315 метров на 100 грамм и спицы номер 3. Тапочки начинаем вязать с верхней части. Вместе вяжется боковина и мысок. Дальше вяжется подошва и задник. В конце тапочки обвязывается крючком. На спице белой ниткой набрала 18 петель и первых 54 ряда вяжем платочной вязкой. Лицевые и изнаночные ряды провязываем лицевыми петлями. Первая петля кромочная, до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Провязала 54 ряда платочной вязкой, следующий 55 ряд вяжем красной ниткой. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Провязала 55 ряд, 56 ряд продолжаю вязать красной ниткой, первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Провязала 56 ряд, следующий ряд буду вязать белой ниткой. Первая петля кромочная и дальше вяжем 1 петля лицевая, 1 петлю снимаем не провязанной нить за работой, 1 петля лицевая, 1 петлю снимаем не провязанной нить за работой, 1 петля лицевая, 1 петлю снимаем не провязанной нить за работой и снова лицевая, 1 петлю снимаем не провязанной нить за работой. Лицевая и 1 петлю снимаем не провязанной нить за работой и 1 петля лицевая. Провязываем первые 12 петель. На левой спице остается 6 петель, мы их не провязываем, разворачиваем и вяжем следующий ряд. Вяжем 58 ряд. Первая петля кромочная и дальше белой ниткой до конца ряда провязываем все петли лицевыми петлями. Следующий 59 ряд продолжаю вязать красной ниткой. Все петли ряда провязываем лицевыми петлями. Провязываем все 18 петель. Провязала 59 ряд. 60 ряд продолжаю вязать красной ниткой. Первая петля кромочная и до конца ряда все петли ряда провязываем лицевыми петлями. Провязала 60 ряд,
Следующий 61 ряд буду вязать белой ниткой. Первая петля кромочная. Дальше одну петлю провязываем лицевой, одну петлю снимаем не провязанная нить за работой. Одна петля лицевая, одну петлю снимаем не провязанная нить за работой. Так провязываем первые 12 петель. Провязала первые 12 петель. На левой спице у нас осталось 6 петель. Мы их не провязываем, разворачиваем и вяжем следующий 62 ряд. 62 ряд вяжем белой ниткой. Первая петля кромочная и дальше до конца ряда все петли провязываем лицевыми петлями. Провязала 62 ряд. Следующих 66 рядов буду вязать, так как вязала предыдущие 8 рядов, повторяя схему из 55 по 58 ряд. Провязала еще 66 рядов. Вместе у меня провязано 128 рядов. Следующих 54 ряда буду вязать платочной вязкой белой ниткой. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Изнаночные лицевые ряды провязываем лицевыми петлями. Провязала еще 54 ряда платочной вязкой белой ниткой, закрываем все петли. Закрыла все петли, дальше будем вязать подошву и задник тапочек. Для этого, начиная с этого угла и вот так по нижнему краю и к этой точке, будем набирать петли. Набирать петли будем белой ниткой. Вязать подошву и задник будем платочной вязкой. Набрала петли, у меня получилось 125 петель, и первый ряд провязываем все петли лицевыми петлями. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Провязала один ряд лицевыми петлями, следующий ряд вяжем так. Первая петля кромочная и 56 петель провязываем лицевыми петлями. Провязала первые 57 петель. На следующих центральных 11 петлях буду вязать подошву. Вяжем первый ряд. 10 петель провязываем лицевыми петлями. Следующие две петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала первый ряд подошвы, разворачиваем, вяжем второй ряд. Первая петля кромочная, 9 петель лицевых.
Следующие две петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала второй ряд подошвы. Разворачиваем. Третий ряд. Первая петля кромочная. 9 петель лицевых. Следующие две петли провязываем вместе лицевой петлей. Четвертый ряд. Первая петля кромочная, 9 петель лицевых. Следующие две петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала четвертый ряд подошвы. По такой схеме продолжаем вязать до тех пор, пока на спицах не останется 10 петель. Лицевые ряды провязываем кромочные, 9 петель лицевых и 2 петли вместе лицевой петлей. Изнаночные ряды провязываем кромочные, 9 петель лицевых и 2 петли вместе изнаночной. Провязала подошву и задник. На спице у меня осталось 10 петель. Закрываем все петли. Закрыла все петли. Теперь нужно стянуть вот эту часть. Для этого прошиваем ниткой. Так, прошила, теперь стягиваем. Стянула, вот такой тапочек у меня выходит, теперь обвязываем по верху. И тапочек готов. Обвязывать буду красной ниткой. Крючок у меня 2,5. Обвязываем таким узором. Во вторую петлю вводим крючок, провязываем петлю, теперь провязываем 2 петли вместе, 3 воздушные петли и в следующую петлю провязываем петлю и провязываем 2 петли вместе. И снова повторяем. Пропускаем одну петельку, провязываем петлю, провязываем 2 петли вместе, 3 воздушные петли и в следующую петлю провязываем петельку и провязываем вместе. По такой схеме обвязываем весь тапочек.